Ну что, все готово? Почти. А с какой стороны окошки были? По-моему, вроде с той. С этой? Да. Хорошо. Ну, ты же сама отвезешь их, установишь, правильно? Твой заказ, я так понимаю. Значит, вы поднять их не смогли, а я должна такая, Геракл на твоей машине, да, сама? Да ты у меня сильная, ты же каждый день там приседаешь, отжимаешься, что-то делаешь, пока я там дрыхну. Ну, ты же не говоришь о том, что меня можно так эксплуатировать. Можно, можно, даже нужно. Не, шутка, конечно, мы с Мишей отвезем ее. Нам бы даже и третий человек не помешал, чтобы это все на лестнице наверх, на второй этаж повесить. Очень тяжелые двери. Здорово, господа, смотрящие этот ролик. Вы на канале ПГЛайф. Как вы уже, конечно же, и сами прекрасно знаете. Новый выпуск. Погнали. Новый день. Двери нам отвозить только завтра. Это они готовы. Замок там оставил? Угу. Там? Там, вон там. Подаван. Так, значит, двери мы отвозим только завтра. Сегодня у нас другая работа. Мы сейчас едем с Мишаней на новый объект. Работка у нас небольшая, но интересная. Вот такой вот объектик. Вот так выглядит душевая сейчас. А будет переоборудована вот в такую вот плиточку маленькую. Уголили стекло. Сейчас надо снять кран. По идее, мы когда с ней договаривались, с клиенткой, прозвучала как бы такая идея, что мы поверх вот этого будем, как бы поставим ей наверх этого плитку новую. Но сейчас так все переигрывается, что это, скорее всего, надо демонтировать, ставить плитку, но как бы лишних денег у людей нет. Поэтому, наверное, идем навстречу и делаем работу чуть-чуть другую, чуть сложнее, но за те же деньги. Так вот, на залипушки, на жидкие гвозди эти панельки сюда были вклеены. Мы не будем менять здесь, даже этот гипсокартон не будем менять. Сделаем гидроизоляцию и поставим сюда плитку, и все. Раз, два, три. Все, на сегодня хватит. 4, 5 и так далее будет уже завтра. Закругляемся. Утро следующего дня. Надо отвозить двери тяжеленные на установку. Погрузили уже их в кузов. Присел сюда. Так хорошо. А меня выгоняют. Я выгоняю. Говорю, ехать пора. Да. Твой заказ сдавать, да? Да. Угу. Еще и деньги, небось, тебе привезти отдать. Ну, конечно. А как без этого? Ладно. Кофеек взяли. И в путь, в путь, в путь, в путь. Хорошая у нас весна. Жене цветы дарить вообще не надо. Вон, полный двор и перед двором. Все, все в розах. И пахнут. О, надо посрезать цветочки. Все, поехали. Пока-пока. Пока. Все, двери погружены. Погнали. Ну, денежка в моей руке говорит, что все нормально. Все понравилось. Ну все, гоним на плиточку на свою. Доделываем душевую. Блин, или можно пиво попить, поехать. Хорошая идея. Не-не, работать, работать. Только работать. На пиво. Короче, ладно, поехали. Так, ну что, мы на объекте. Прикупили станочек такой вчера, я взял себе для комплекта. Иногда вот когда режу мозаику, еще что-то, особенно стекло, как бы не очень удобно. Нужен станок с подачей воды. Мой, который у меня был там маленький, я еще в Денвере, по-моему, оставил, подарил, по-моему, этому Славе. Короче, купили за $110 новенький Райоби. Сейчас надо распаковывать и будем опробовать его в деле. Все, быстренько, простенько собирается. Диск поставили. Все, пробуем включать, и он не включается. А у нас напряжение есть, правильно? Не вижу. Есть теперь. Ну, значит, ты выключил, потому что я только что его включал, и он горел. Заброс водички какой-то. Все будет вот в воде. На работах можно.
Так, ну что, господа, время 4:30. Еще не закончили, надо еще поработать. Я хочу еще и мозаику на пол положить. Сейчас вот с Мишей тут чуть-чуть брюкаемся. Вот такие моменты. Плитка вся кривая, раскладка без шага. Начали мы с горизонтальной раскладки. Три ряда выложили. Красивенько, ровненько. Клиент говорит, нет, хочу вот так вот без шага. Я говорю, плитка разная. То есть она, у нее все крестики, перекрестия, все разные. Она говорит, нет, красиво, мне нравится. Пофиг, делайте. Короче, сделали. Как говорится, клиент был доволен, а это главное. Сейчас будем на пол мозаику, наверное, ложить. Ну что ж, господа, хорошо, все. Готово. Поставили борт, поставили мозаику. Все, оставляем сохнуть. Завтра едем на бэксплэш. Это пусть посохнет. Приедем сюда либо после обеда, либо вообще послезавтра. Завтра другой заказ. С этим на сегодня все. Ну что ж, все. Утро следующего дня мы на месте. Время, сколько у нас? 8:30, наверное. Мы уже закрыли, подготавливаем рабочую зону. Здесь полностью будет мозаика бэксплэш. А мозаика вот здесь, в районе окна. Клиенты попросили поднять аж до самого верха. Ну, в общем, приступаем к работе.
Все. Чуть-чуть подправить, домыть и готово. Вот такой объем выполнен. 3 часа закончили.